Бульвар Ивана Лепсе, 83А. Старый пятиэтажный панельный дом 1962 года постройки. Вход в парадное выглядит удовлетворительно. Установлен домофон. На придомовой территории высажены кустарники и клумбы. Двор большой, общий с соседними домами. Есть детская площадка и скамейки. Около дома находятся гаражи. Мест для парковки очень мало. Недалеко размещен детский сад. В целом дом в удовлетворительном состоянии.